Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот настал самый долгожданный момент. Мы наконец будем делать цветы из нашего подготовленного крема. Напоминаю вам, что наша с вами цель – вот этот шикарный красивый торт. Ссылки на предыдущие уроки смотрите в описании к этому видео. Насадка 125К, делаем розу Остина. Мы сейчас будем делать упрощенным методом, таким необычным достаточно. Собрали вот такую вот центральную основу. Я сейчас подробно углубляться в цветы не буду, потому что основные моменты, как делать цветы, есть у нас в мастер-классе. Сейчас мне главное показать вам по цвету и как, в принципе, красиво этим цветом можно сделать цветы. Так, я сейчас тут накидываю лепестки, накидываю. И теперь делаю большие лепестки, которые окутывают наш цветок. Роза Остина, наверное, один из основных цветов для таких букетов. Они нежные, круглые. Все флористы их просто обожают. Ну и кондитеры тоже. Мы с вами сделали цветок. Это у нас персиковый крем. Самый первый пакет, который мы собирали. Теперь я беру нашу снежную зелень. Да? Такую голубую с серым, которая. И делаю листву на этот цветок. Также беру зеленый пакет и добавляю пару зеленых листочков.
Делаем бело-кремовые розы. Насадка 125К, прямая. Делаем основание высокое. У нас роза классическая, крупная, потому что у нас есть крупные белые розы, а есть мелкие розовые розы. И начинаем собирать сверху. Делаем 3 лепестка маленьких, коротких. Делаем еще 3. Они у нас уже пошире, мы опускаем один лепесточек вниз. Делаем 3 широких лепестка. Нам нужно этими 3 лепестками обогнуть розу. Спускаемся чуть ниже и делаем снова 3 лепестка, если у нас хватает на это сил. Теперь у нас уже 3 лепестка не поместятся, потому что нам нужно делать более уже, ну, как бы нужно высоту сохранить, да, форму цветка, чтобы не поменять. В то же время обуять весь круг. Поэтому мы делаем уже 5 лепестков и идем по кругу. Посмотрите, у нас получается с вами роза прямо как на выбранной нами фотографии. Так, сейчас я еще добавлю пару лепестков. Вот так. И добавлю к ней немного зелени. Делаем маленькие розовые розочки. Они у нас будут такими же розочками, только поменьше. Поэтому небольшая основа. И закручиваем по кругу. Я закрутила по кругу и закрыла 3 лепестками. Теперь снова 3 лепестками закрою. 3. Отлично. И окантовочные лепестки.
первая розочка из этой серии у нас получилась самая яркая, остальные будут все тускнее, тускнее. Ну вот, мы с вами сделали цветы. Цветы получились очень красивыми. Они уже красиво смотрятся даже на вот этом вот подносике. И в следующем видео мы с вами эти цветы положим, поставим на торт. То есть торт оформим.